На операционном столе 70-летний пациент. Под местным наркозом сосудистые хирурги проводят плановую операцию. Проводник и так называемый шаттл здесь запускают не в космос, а в бедро человека. Таким образом проводится стентирование. Открывается ловушка, и вот именно на этом уровне имеется фильтр. Если отлетит какой-либо тромб или же эмбол, естественно, остается внутри ловушки. И когда мы собираем ловушки и выходим, мы видим части эмбола или же тромба, которые улетели в головной мозг. Непосредственно перед операцией специалисты с помощью компьютерной томографии строят 3D-модель шеи человека. После самое главное. Хирург должен кончиком проводника под контролем рентгена попасть в нужный участок. Участок стеноза с правой стороны – это внутренняя сонная артерия, которая кровоснабжает головной мозг. И участок с внутренней сонной артерией с левой стороны. Здесь вот как раз на черном фоне очень хорошо видно, до 99% стеноз имеется. Большие преимущества в плане того, что пережатие сонных артерий на момент операции практически до 3-4 секунд сокращается, в отличие при открытой операции от 15 минут, это минимальное. Преимущества малоинвазивной хирургии очевидны. Несложная подготовка пациента к операции и быстрая реабилитация после. Но доктора предупреждают, перекрытые стенки сосуда могут привести к инсульту. Предоперационную подготовку проходят они в амбулаторных условиях, определенный пакет исследований, документ, чекап, они все приносят, после чего, если анестезиологи смотрят совместно с сосудистыми хирургами, если мы пропускаем определенный этап операции, то это занимает предоперационную подготовку 1-2 дня. Хирург, анестезиолог и операционная сестра провели операцию менее чем за час, а уже завтра пациент отправится домой. Как чувствуете себя? Нормально. Очень спасибо от доктора. А вот Валентина Горелова в отделение поступила экстренно, почувствовала резкую боль в ногах. Проблема была с правой нижней конечностью, было нарушено поступление крови. На операции удалось восстановить полноценно кровоток в правой нижней конечности. Я что хочу сказать, все буквально, и врачи, и медсестры, и младший обслуживающий персонал, все с вниманием. Я больше всех здесь пролежу. Очень много внимания уделяли, и лечение полностью провели сложное. За прошлый год сосудистые хирурги округа провели более 800 медицинских вмешательств. Сегодня это единственные в Московской области доктора, которые проводят гибридные операции. Карина Гиряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».